вам кто больше нравится? Петров с бородой или Петров без бороды? Без бороды, конечно же. С бородой, конечно. Точно, да? Без. Он выглядит моложе и симпатичнее. Кто это такой? Кто такой Петров? Да, не знаю. Депутат, что ли? Да и так красив. Я его ни в таком виде не люблю. Ему с бородой хорошо. Актер мне нравится, например, как играет. Как играет везде. А я не люблю бородатых мужчин. Мне кажется, что это как-то несколько неухоженные выглядят мужчины. Есть, конечно, которые, ну, действительно красивые, приятные бородки. Люблю Федора Бондарчука. Трофима, певца. Вот, ну, нравятся мне. Вам вот нравятся лысые мужчины? Да. Я считаю, что они какие-то вот прямо вот такие сексуальные. Том Харди, борода и без. Ну, вот ему борода не очень идет. Ой, нет, мне не нравится. Ну, вот приятный мужчина, смотреть приятно. А это? Нет, ну вот уже какая-то небрежность в костюме. Да, конечно, с бородой. В наше время мужчины ходили с усиками. Ну, какая-то борода у него неаккуратная. Так, с такими ушками бороду надо оставлять. Зато у этого уши не торчат. Он моложе. Моложе, красивее. Бороду отращивает, уши торчать начинают. Джим Керри, вот такой и вот такой. Ну, очевидно же, что без бороды. Ну, без бороды привычнее смотрится. Бородой, наверное, интересней. Ой, это вот, ну, я его вообще не люблю, вот так как-то не очень, он мне нравится. А уж с бородой это вообще... Ужас. Ужас. Без бороды. Точно? Да. Вы даже следующую фотографию еще не увидели. Ну, ой-ой-ой-ой. Это кто? Джим Керри. Ну, Джим Керри, да. Тут молодой, вот, там старик. Это симпатичный. Да. Вот, вот тоже старичок, да, стоит. Вот как-то. Это мой оператор. Всем бородатым мужчинам передаю привет и желаю все-таки ухаживать за своей бородой и смотреть, а идет ли она вам или все-таки лучше без бороды. Ну все, закончили снимать. Какой можно делать вывод? Петрову лучше с бородой, Джиму Керри без бороды, а моему оператору Володе... Ну вы сами решайте.